Блин. Тебя что? Плохому на Твиче. Тебя забанили на Твиче, я слышу. Да. Есть, наконец-то. Теперь и тебя забанят, потому что ты же на Твиче стримишь. А, одним нажатием просто. Я рестримлю сейчас просто тысячу. Новые рестримы. Мне там никто не нужен. Мне на Твиче никто не нужен. Вот, ну, рассказывай. Ты планируешь стримить на ГГ снова? Да. Когда и что? Я планирую стримить Доту. И, возможно, еще что-нибудь другое, типа Варкрафта. У меня там один чувак обещал 2 на 2 поиграть. А вот... Но он все время в XCOM играет. Да я как не захожу, в XCOM попытка номер 732, там, челленджи, набавки, вот это все. Подожди, ты же сказал, что у тебя время есть только после 11 вечера. Да. Ну, и как с тобой играть? На выходных, как и договаривались. На выходных? Да. Давай на выходных. Но в этот раз он не смог, он говорит, я на стримфест поеду, там, буду у друга жить, а у него только один компьютер, поэтому ты не сможешь со мной играть, потому это что не это друг. Я. Это не друг. Спасибо, Михаил. Черт, сейчас пробьет еще. Так, хорошо. Я думал, что это ты меня кинул. Но у меня такое ощущение было, что ты просто продинамил меня. Вот как, у меня такое же ощущение было насчет тебя. В этом проблема наша, я, мне кажется. Ну смотри, я всем пропиарил, что ты будешь играть в Warcraft, что мы будем играть в Warcraft 2 на 2. А потом ты говоришь, я могу только после 11 вечера. Да. И все. Ну, я сейчас подосвободился немножко. Давай забьемся на конкретное время. Давай. Завтра. Завтра, отлично. У меня ринг свободен как раз в зале завтра. Какие у меня шансы? Что ты начинаешь-то? Так, серьезно, мы здесь до среды. Да. Завтра и послезавтра свободные дни. Да, ты же понимаешь, что у нас один компьютер? У меня ноутбук есть. А, у тебя ноутбук есть? И он тянет все хорошо. По олдскулу, помнишь, как вебочку направить? Типа там на заднем фоне ты или я. Не-не-не, ноутбук парик потянет. Я вообще только за. Мышка-то у тебя есть нормальная? Какая-нибудь? Да, должна быть. Ну все. И поехали, 2 на 2. Замечательно. Пошли. Как раз стол есть даже в Эйре, в комнате. А я не разобрался, кстати, каким макаром звук включать на компе. Я вчера простримил без звука. Чего? Там, ну, на твоем компе как звук включается? Я ж тебе написал, Banana Voice. Нет, не Banana Voice, это понятно. Микрофон работает. Звука не было. Что мне там, колонки включать надо было или что? Или наушники в котах брать? Профессиональный стример не смог звук включить. У меня было 2 минуты до старта. Я бегал за ключами, потом туда-обратно, и вот. И коты еще такие саботируют. Как я вчера твоих котов строил? Просто. Они сгрудились такие вокруг меня. Я сижу за твоим креслом. Типа, ну, за папку пришел. Все вокруг. Я по именам начинаю называть. Строго. Они смотрят, слушают, поднимают глаза. Вот. Но я им рассказал, что я теперь главный, что папка ливнул, что мы будем с вами вживаться. Ну, ко мне начали запрыгивать на коленки, все нормально. Признались тут же. Я не обещал им, что буду кормить. Я тебе гарантирую, что Соня и Антон тебя не признали. Могу поспорить. Антон не признал? Конечно. Он тебе на коленочки запрыгнул, конечно. Да. Антон мне на коленочки. Я его скидываю, он назойливый. Потом еще он когтями вцепляется, чтобы я его не скидывал. Это Миля. Это Миля была? Да. Ладно, Антон, он вообще извращенец. Он приходит ко мне в ванную и начинает лезть. Он, знаешь, как такой большой толстый дядя с приставучей просто. Он там трется что-то, а я раздеваюсь, как бы мне в ванну нужно. А он так подошел, тут подошел, мне неловко было. Он хочет, чтобы ты с собой его взял в ванну. Да. То есть мы купаемся с ним вместе покупаемся иногда. С дядей Антоном. Дядя Антоном, внутри котика. Не, ну там кот на 7 килограммов. Про что разговор? Ну, у Леши коты, и это прекрасно. Хорошо, тогда мы с тобой завтра 2 на 2. Warcraft. Во сколько? Только до вечера. Завтра понедельник? Да, завтра понедельник. Давай до вечера. Часа в 2. С 2 до 6. Хорошо. С 2 до 6 завтра Warcraft соберем. Ей! Я успею все построить, настроить. Зиккурат построить или что? Ну, я за эльфов буду играть сам. За эльфов? Ты же не умеешь. У нас будет веселый, короче, тима. А может, у тебя гарнитура еще есть, чтобы я микрофон не подсекал? Да. Есть? Слушай, ну там у Ира есть и мышка, и гарнитура. Гарнитура. Все выдано мне было. Мне кажется, у нее микрофон стационарный. Да, но я гарнитуру дождал. Ну хорошо, тогда я у нее подожду. Беспроводная, Sennheiser.
Это хорошо, это хорошо. С нормальным микрофоном вроде как. Ну, не знаю, что для тебя нормальный микрофон. У тебя... Нурер X. Хороший? Ну, светится уже хорошо. Это самый главный его минус, по сути. А так микрофон хороший. Но он за тренажку с пауком, 4 режима работы, включается, ставится на стойку. А свет не выключается отдельно? Я думаю, что программно можно вырубить свет, но я не стал заморачиваться, тем более он, ну, на камеру выглядит нормально. Ну, вот. Да. Ты не планируешь стрим направление свое развивать? Нет. Нет, да? А где его теперь развивать? Вот сейчас Good Game поднимется с колен. Да. Тогда ворвусь. Хорошо, бы. Да. Вот будет там, как раньше, 500 тысяч человек на стриме. Тогда сразу начнем. Спасибо, Алексей. Отличное интервью. Это было интервью? Леша похудел. Да, почему ты похудел, скажи? Я набрал 5 килограмм. Я набираю массу сейчас. Жиробилдинг. Шоколадки, мармеладки, вот это все. Зачем? Это план такой? Хочу бицуху. Опасно. Чтобы люди говорили, нифига он накачался, а не нифига он похудел. Не, на самом деле, в спаррингах тяжеловато, я слишком легкий. Тяжело долбиться об тяжелых дяденек. Ну, ты знаешь, ты с Антоном был ванной в одной. О чем я тебе рассказываю? Да. Чувствуешь себя некомфортно, когда понимаешь, что он тебя может завалить и сделать все, что хочешь с тобой? Дядя Антон. Ребят, вам надо было видеть просто этого кота. Он такой, типа, ласковый-ласковый, большой-большой и очень назойливый. Очень назойливый. Антонида. Ладно, спасибо тебе. Приходи еще. Спасибо большое. Ну, в смысле, я приду еще. Расскажи, кроме Доты, ты собираешься и в Warcraft что-то стримить будешь? Нет. Правильно. Это лучшие игры не найти. А. Ну, кроме Доты. Я хочу 4000 рейтинга взять в Доте. Можем в Дотку 2 на 2 поиграть. Что я несу? Нет. Что? О, да, а мы как раз заканчиваем с Алексеем. Ну, наконец. Ну, я тоже уже почувствовал, что напряжение начало нарастать. Завтра Warcraft 2 часа. Хорошо.